спектакль называется «Гуленка». Есть такая песня «Гуленка», и это голубя так зовут, Гуленка. Во втором отделении небольшой будет концерт уже ансамбля. Ансамбля «Воля» тоже Воронежской государственной академии искусств. Все. Дашко! А! Збирай батькові снідання, неси у полі. Зараз. Бачу, прижилась твоя сиротинка. Хочемо скопка. Ох, де прижилася, прижилась. Жалко ж їй. Ні батька, ні матері. Да і помощниця вона гарна. В мене ж в одні хлопці. Гарна, гарна. Ой, доброго ранку. Доброго ранку. А ми у полі снідання до козаків несемо. А ти чого співаєш? Ох, а я співаю. Да і ви ж співаєте зі мною. Ні ж пісні. Ніколи нам. Козаки ждуть. Так підождіть. Підождіть. Поспайте з нами. Та ви ще прийдеться. Є за гори. Идемо.
є жена. Марія! Ну, може, пішла. Марія! Марія! Ну, подожду ще немножко. Где же она? Марина? Ой, душа болит. Что с тобой, Марина? Ох, раскалывается. Плохо мне. Ой. Что с тобой, Мария? Да плохо мне. Жалко мне тебя, Мария. Ну да зачем же ты пьешь? Да одиноко мне. Никому я не нужна. Никому. Как это никому не нужна, Мария? Ты Богу нужна. Ты людям нужна. Да ты мне нужна. Мария, вот знаешь, я тоже такая одинокая была, такая. А потом меня няня к себе взяла. И у тебя все наладится. Да что она наладится? Ничего не наладится. Мария, Мария, а я вот тебе поесть принесла. У тебя же, наверное, нет ничего. Господь не оставит. Тебя вот пришла. Я сама пришла. Ну, черт у тебя. Ну вот. Мария, а ты меня научишь травами лечить? Ну вот так вот, ну как ты умеешь, Мария, ну. Ты научу, коль хочешь. Я тогда с тобой завтра в лес пойду. Ладно, ладно, иди. Ты только смотри, няне не проговорись. Иди, иди. Ну до завтра, Мария. Мария, не забудь, няне не проговорись. Дай прошлое мое, дай годы молодые. Господи, да какая ж тоска. А ведь это про меня-то песня. Прошли мои годы, годы молодые. А для кого жила? Не для себя, не для людей. А горе переняла, да на десятерых хватит. Сколько ж может вынести человек? Вся горе на мне, да все грехи человеческие на мне. А помощи ждать неоткуда. Гуленька прилетела. А я ж дожидаю тебе. Гули, гули, гули. Гули, 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 гули. Чего прилетела? Совесть мою потревожить. Ну я и без тебя знаю, что грешна. Гули, гули, гули. Да. Отдала детей в прислуги. Да продала, можно сказать. А чем их кормить-то было? Муж пил. Все добро и жил. Да и сам помер. Гули, гули, гули. Гули, гули, гули. Мария. Гули, 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 гули. Мария. Гули, гули. Мария. Оля. Зберюча. Поверить не могу. Чего это ты ко мне? А это кто? Дочка, чего тебе? Мария. Да мы к тебе 4 дня шли, Мария. Беда у меня. Одна ты помочь сможешь. Тут-то ж мне вода снилась. Земля слухом полнится. Люди кажут, заговор любовный ты делаешь. Тебе на что? 60 годов? Ой, все туда же. Да не мне. Что ты? Вон, Ольгушку сбыть надо. Засиделка она мне. И сваты приезжали, да и в отказ пропои сделали, да и не все сбывается, что желается. Ты уж помоги, и зелье любовное сделай. А что ж за сиделка-то? Хворая, аль, может, какая нерадивая? Да еще ты, да она у меня
работящая. И пряст, и ткас, Нопль никому не уступит. Да бездольная нам. Не нарек же еще ее господь счастье. Да, да она у меня и песни зная. А все песни знает. Знает она. Усе знает. Ольга, иди. Не робей, иди, забивай. Давай, давай. Забивай. Выедаешь ты жабоа, ох, олеголенека, ох, дася зло. Что ты не такая, как усе, сразу распознала. Да, один раз только было. Ольгушка, кухлик с молоком несла, да разбила. А Иван? Иван, он не стерпел. И палкой, и палкой. А Ольгушка и забилась. Да, никто не видал. Никто не слыхал, никто не знает. Ты уж полечи, барин. Смилуйся, барин. Что ну, ты тут меня у барыни возвела? На коленках стоишь. Да я, мужа, такая грешница, что ни волоса твоего, ни Ольгушки недостойная. Да на мне грехов пропасть, а ты меня у новую зовут. Да я все грехи твои на себе возьму. Ты только помоги. Помоги, прошу тебя. Помоги, полечи. Полечи ей. Ну, ну. Ну ладно, пойдем у хату. Ольгушки, тихо, тихо. Бегом, доченька, пойдем, пойдем. Ну, пойдем. О, келеве, нореночко, там пив чумак, горелочку, пропив воли, пропив лози, пропив ярма, ще й за нога, ози, все чумацька є добро. Проснувся чомак вранці, та й полапав за карманці. Все кишеня вивертає, а там гроші чорти має. Нечим похмелитися, нечим похмелитися. Пішов чумак до шинкарки, дай шинкарка, хоть пив чарки. Шинкарочка треться мниться, скоса гляне, засміється, що чумак дурак, що чумак дурак. Ой, дурак! Марія! А це хто? Так ко мне идите, все вам надо, а? Зачем ж ты пущаешь? Фу, тебе вот пустила. Так я за помощью. А они тоже за помощью. Да разве это помощь? Так ряда беда. Ой, рассуждаешь как усе, а я тебе так прокажу. Раз приходит, знаться я им нужна. Им со мной хорошо. Да я им уже радость даваю. Чего глядишь? Да, гляжу, изменилась ты сильно. Жизнь изменила, а ты не жалкую, не жалься. Живу вольно, никого не боюсь. Гляжу, вот ты хохлушка пора, догришь по-нашему, по-москаляче. Да я ж выросла вас там. Угу. И не хочу жить, как усе. Я особенная. Особенная, ну, пора нам. Спасибо тебе, Мари. Ты будешь в наших краях, ты заходи. Это навряд ли. Заходи. А вы идите, идите, свадьба заходи. Будет.
Уся буде йдеться. Ой, летіли гора, ой, летіли друга. Всю душу витряси. О, не говори. Не баба, чорт, б'ю. А ти нагайка. Бог, нагайка. Хто це? О, сусіда, хата біла, о, сусіда, жінка мила. А у мене молодого, та й нема цього нічого. А у мене молодого, та й нема цього нічого. У мене жінка чорна, вона в мене не моторна, тільки спить та лежить, дай ногами топотить, тільки спить та лежить, дай ногами топотить. Кажу, жінка, встань раненько, приберися чи пораненька, а вона лежить, скригоче і робить, совсем не хоче, а вона лежить, скригоче і робить, совсем не хоче. Вона сніданок долетить, а обабить, за чого смичи, а на вечір тумаки вона сажає пилибоки, а на вечір тумаки вона сажає пилибоки. А як візьме за лопату, зажене мене на хату, не дай Бог ти і смерті, щоб на хати не помити, не дай Бог ти і смерті, щоб на хати не помити. О, сусіда, хата біла, о, сусіда, жінка мила, а у мене. Хлопці, чи сказали так? Що за це мені чушка? А як жінка, то знає, а ну кажи. Бісова баба. Да я ж. Жінки, мабуть, на городі. Побігли, пошукали. Ну, швидше. Марія, Марія, вставай! Да вставай,
же ты, Марія, очнись! Марія! Марія! Господи, помоги! Марія, да очнись же ты! Ты кто вообще тут? Марія! Да совесть я твоя, вот кто! Вставай! Совесть. Вставай, Марія, пожалуйста! Марія, очнись! Вставай! Марія, бежать тебе нужно! До головы пошли, убить тебя хотят! Меня убить! Марія, да тебя убить! Марія, нога и камин! Уходи, Марія, пожалуйста! Уходи, тебе нужно, очнись! Марія! Уходи! Мария, на тебя все люди ополчились. Мария. А куда? Куда? Куда я пойду? Мне некуда идти. Уходи, пожалуйста, Мария, уходи. Не знаю, куда, уходи. Уходи, Мария, уходи. Уходи. Уходи, Мария. И не возвращайся. Господи, спаси и сохрани Марию. Господи Иисусе, Матерь Божия, пожалуйста, сохрани ее под покровом Твоим. Господи, дай ей силы раскаяться и справиться. Господи, ничего не надо грешному человеку.
грешну человеку, покаяния только надо грешну человеку, покаяния. На нее. А еще каже, что родня тебе. Кому? Полина Фроловна! Да. Мне родня. Ты, вон, девки ж пришли. Полина Фроловна. Да, здравствуйте. Конец тебе, девишница. Ага. Благослови нас с Ольгушкой проститься. Вы проходите, девки, проходите. Ой-ой-ой. А ты хрестная? Иди, иди за Ольгушкой, тебе говорить. Иди, ты хрёстная у нас. Попылила, Ой, я тебя,
матушка, плыви не ляніся, утрасник схороніся. Охотнючки рышуть, нашу утушку ішуть. Хочуть її поймати і у нову горницу узяти. Посетує отушка. Честь по чести, да по обычаю, по родительскому благословению, чтоб крепкою да веселую, на добрый час, на долгий век. Девки, нать вам веревки, плетить плетеньки умеете? Умею. Плетить, чтоб крепкие были. Полина Фроловна, благослови Ольгушке косы чесать. Ой, да. Бог благословляя, и я благословляю. Весетушку услыхал. Как же о них разорве, знаться воля девкиной кончится. Полина Фроловна, разреши и благослови хлеб соль обыграть. О, Бог благословляя, и я благословляю. Осе мэти мэти оге.
матушка Полина Фроловна, разреши, благослови, женихов наряд показать, да за жениха отнесть. Бог благословляет, и я благословляю. Не осите, да не задерживайтесь там. Я пока вон девкам на стол соберу, а ты, хрёстная, иди, иди с ними, иди. Де пойду я, де пою, а лете. Ходили. А? Не кажи. А на улице ее устренишь, виду тоже не кажи. Да не боись, ничего она мне сделает. Ну, здравствуй, Полина. Видать, зелье-то мое помогла. Свадьба сбирается. Да ты не боись. Никто меня не видал. Я тебе пособила, и ты мне топерче пособи. Хворая я. Переезжать бы мне. Тихонько, в денька три. Пустишь? Да. Не могу. Не могу пустить. Скандалу боюсь. Вот. И свадьбу еле сговорили, а тут ты. Ты иди. Христом Богом тебя прошу. Иди. Что ты? Иди. О Боге вспомнила. А что ж ты о нем не думала, когда за зельем-то приходила? А что она? Помогла зелье-то твоя. А к Богу никогда не поздно. Преклониться да раскаяться. А что ж, подучая Ольгушку, дюжи бьет. Тише ты! Не бьет. Переросла, видать. Переросла? Да. Да совести у тебя нетути. Совести? А где она твоя, совесть? А где? В Голенке? А где? В Гули-Гули. В Гули-Гули. А что ж не в тобе-то совесть твоя? Где она? Греха не боишься. А я за свои грехи отвечу. А как ты за свои отвечать-то будешь? Как? Но как? Ну, хоть хлебушка-то дай. Хлеб? Хлеба можно. Олюшка, иди, иди, принеси хлеб. Какой же, матушка? Ну, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Сейчас. Сейчас принесу. Ну, как тут не согрешишь? Сами вынуждают. Вот. Вот хлеб, на. Том, спасибо. И уходи. Уходи. Ты прости нас, Марина, ты уходи. Иди, иди. Иди. Ну, ушла. Слава Богу, ушла. Ох. Ох, ты хоть никто не узнал. Ох, все. Бегроша, я ванна зеленая, всю ночь прошу меня. Ох, я люблю.
Батюшка Иван Васильевич, матушка Полина Фроловна, дружка с подружьем, с частным поездом. Люди добрые, жены честные, разрешите и благословите молодых повить. Бог благословляет, и мы благословляем. За ты робили ты рогушки, де порадили за Господи, что ж такая, Иванушка?
Мария, не дождусь. Да ведь и знаю, что не вернется она. Я ж сама и казала не возвращаться. А я вот ляжу ночью на лавицу, а сон-то не идет. Ведь ей можно и голову преклонить-то негде. Понесусь ни да ни уполь, а ей можно и хлеба подать-то некому. А может, лежит она, где больная, да хворая, а ей воды поднести некому. А может, ой, может, Матерь Божия не допусти. Может, померла она где без покаяния. Матерь Божия, Матерь Божия, ты же всех скорбящих радости, алчущих питательницы, сирых и вдов заступницы, странных по крови и помощи, алчущих питательницы. Матерь Божия, сохрани мою Марию под кровом твоим. Владычица, пошли ей людей хороших. Матерь Божия, спаси и сохрани мою Марию. Владычица, помоги ей. Матерь Божия, наставь на путь истинный. Матерь Божия, не оставь. Матерь Божия, не оставь. Thank you.
ко мне у хату. Пойдешь? А не побоишься? А чего мне бояться? Да я ведь грязная, больная и грешная. Все мы грешные. Но искупление грехов труды великие нужны. Мы тебе отмоем, полечим, накормим, а ты нам про свои грехи расскажешь. Ух, долго казать придется. На мне ведь грехов пропасть. А ты проси Господа, Господь милосерд. Он тебе не оставит, он тебе силы даст. И Богородицу проси. Она перед Богом, знаешь, за нас людей первая заступница. Не унывай, душа, не унывай, душа, уповай на Господа, на годков. Да уж усяд скоро. А я и жить-то не жила. И как жизнь свою повернуть, не знаю. Тебе надо у Киева идти, у Лавры. Да как же туда пойду? Я и церковь войти не могу. Я вот стану на приступочек, и меня как-то держа, не пускаю. А ты у храм не торопись. Тебе сперва очиститься надо. Там у Киева есть такие пещеры. Еще люди там молятся. Там тихо. Там любая молитва до Господа Бога дойди. Вот там душу и выкажешь. А как дьявол туда заползи? Не заползи. В этих пещерах лежат святые, похороненные там. Скелеты, что ли? Не тленные мощи. Они вход в пещеру охраняют и нечистую силу не пускают. Она правду кажет. У ей самой такое было, и вздумать нельзя. Она сама у Киева ходила. Господь направил. И тебя направя. Ты там в молитвах покаешься, укрепишься. А уж тогда и Божий храм подержишь. На очи меня Господи славит тебя. На очи меня Боже. Что, отошла? Полегчало тебе? Ну, пошли в хату. Подымайся. Один. Господи, Господи, я же в сердце.
к тебе. А что сказать-то, не знаю. Старость моя подошла. Я и жить-то не жила. Да сколько ж горя выпало на мою долю. Да за что ж на меня такая-то доля никудышная? Вот ты, милосерд, а меня не остановил, не направил на путь истины. За что? За что такая доля никудышная? Почему? Почему ты молчишь, Господи? Да что ж мне сделать, чтобы ты услышал меня? Господи, направи на путь истинный. Господи, помоги раскаяться. Не хочу грешить, не хочу. Направи на верный путь, Господи, Господи. Исправи меня, Господи, прости. Господи, направи на путь истины. Не хочу грешить, не хочу, Господи. Господи, прости меня, Господи. Господи, помилуй, Господи, прости. Ну за что ж, Господи? Прими мое покаяние. Пойду там, где более всего грешила, и пещеры там такие же вырою. Я всех грешников к вере приведу, Господи. Только не остави меня, Господи. Я поняла, Господи. Направи на путь истины. Укрепи меня, Господи. Не справлюсь я без тебя, Господи. Я поняла, Господи. Слава тебе, Господи. Поняла. Моей Марии. А все сердце мое по ней стосковалось, все истерзалось. Я вот помню, выходила она на двор и песню играла. Что ж ты, Гуленька, летаешь, своего доминку не знаешь?
А теперь еще и сама так. И где она? И что с ней? А я вот кажу няне, что пошла у сад с девками гулять. А сама выйду на поле и гляжу, не идет ли моя Мария. Да если б вернулась она к нам у Белогорья, я бы первая к ней навстречу выбежала. Я бы все для нее сделала. Ничего бы не пожалела. Да я б жизнь за нее отдала. А и сделать-то ничего не могу. Только помолиться. Жизнь отдала. Жизнь отдала. Господи, если наставишь ты Марию на путь истинный, если дашь ей силы раскаяться и справиться, если вернешь ее к нам в Белогорье, если сохранишь ее, Господи, то я всю жизнь свою тебе и людям отдам. Ничего для тебя не пожалею, Господи. Никогда от заповедей твоих не отступлю. Услышь молитву мою, Господи. Обещаю тебе. Аминь. Параска, докажу тобі, своїми очами і бачила. Стара ти що? Воно так от твориться, та? О, що? Господи, ти чи здурила? Ну, що дознали? Про що? Про кого? За Дашку. Та ні, що? Дознали. Кого ж питати? У Ганни все дознаємо. А плетухи вже стоять, а? Зараз все дознаю. Ганнуся, чого тобі, Олена? Ну, як там твоя сиротинка? А що таке? Та я бачила вчора до вас сади приходили. Це ж за Дашкою. Де за Дашкою, де за Дашкою. Ну і як? Гарбуза дали. Та ви жінку. Ні, ну, та вони відказали. А як жінки? Та що, та чи ви здуріли? Хто ж я сиротину візьме? А хто ж сватав? Да Микола, за старшого, за Петра. А кажуть, він його ж дурний. Це правда. Як же ми його дамо? Ну, що? Нам жалко. Так і сказали. Да ти що, ні. Сказали, молода дуже. А Дашка ж така дівчина гарна. Гарненька. Гарна. Нема гірш нікому, як тій сиротин. І ніхто ж не пригорне при лихій годин. Ну, заспівай. Нема гірш нікому. Не пригорне мать.
это робите? А Дашка хоче в монастирі ти жити. О, как? У монастирі. Угу. Вона така. Маленька, а тверда, як камінь. А де ж не збирається? Куди? Десь аж за Київ. Забула, як він кажуть. Забула. Жінки. Це точно Маруська Шерстюкова направила. По нашу Києву була. Ти так і дозволяєш Дашки до Маруськи ходити. Жінки, Марія, зараз за всім друга стала. Як із Києва вернулася, хто за мене зробив? Жінки. Та прикидається. Не вірю. Це я ж. А я вірю. А на що ж вона гору копа? Де людей заставляє пособлять? А ні. А копа вона того, що собі таке покарання робить, гріх виправляє. Ти не вірю. І вона та лебе. Це правильно, що колись вас трьох посадили. Нічого на людей фруту наводити. А її ж відпустили. Та буде копати, ще посадить. А кажуть, так. Вона у ніч копа. А у день люди шапками виносять, да й у дін кидають цю крейду. А? Во-во, я ж таке чула. Жінки, та друга за всім стала. Ой, не хочу. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Да какая ж радость у меня! Вернулась моя Мария, и другая совсем. Дивны дела твои, Господи, и светлее у нас Белогорье стало, и пещеры она устраивает, и люди приходят. Даша, здравствуй. Здравствуй, Мария. Ну как? А ты копала опять всю ночь? Да копала. Откуда же тебе так косил-то берутся? Да здесь мел, знаешь, какой целебный. Да? Я его погрызу и силой. Правда? А Господь как мне помогает. Мария, я тебе вот поесть принесла. И тебе, и помощникам твоим. А где же они? Помощники. Богу помощь. Устали. Да, ну ладно. Я вот вам поесть Мария, принесла. Вот ты знаешь... Чего тебе? Я у храм-то хожу. Спасибо. А у батюшки боюсь да, спросить. Что? Да про тебе хочу спросить. На славу вот на твою долю столько горя выпало. А другие люди живут, ничего не делают. И горя-то не знают. Господь что, не видя? Господь все видя. Он человека проверяя. А то ты будешь решать. Кого себе возьме, а кого нечистому отдасть? Вот и я вжила хорошо, коли Бога слушала. А я ж ведь нечистого. Теперь здесь в трудах и в молитвах свой дух и укрепляю. А как нечистый опять тебя одолея? Да как же он меня одолея? Он же работать не любя. Он жде, когда я лениться начну. Мария, подскажи мне вот что. Ты живешь на свете, со своими страстями и грехами борешься, а других-то такие страсти не одолевают, им бороться не надо. Как же так? Это вы не знаете. Есть такие грехи, еще большие, и кроме Бога никому не видны. А человек как думает, раз эти грехи не видны людям, с ними бороться не надо? Как ты правильно сказала, Мария, ведь и подумать злое, и то грех. Мария, а ты знаешь, чего я надумала? Чего? Я хочу в монастырь жить пойти, и буду там Богу молиться, за тебя, за няню, за вас, за всех буду Богу молиться. Да ты ж моя гуленька. Мария, а правда, что ты там? Ангельский хор слышала. Правда? Вот бы и мне услышать. Услышишь. Мария, а почему тебе батюшки в церкви не любят? Пишут на тебя. Ну, я церковь соблюдаю, а в храм не хожу. Почему не ходишь? А я свой хочу храм здесь, в Белогорье, в пещерах. А как так? А где ж ты деньги возьмешь, Мария? Это я еще не знаю. Я только Богородице молюсь.
она мне и подскажет. Царице моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сиры и страны предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, яко страна, обиду мою веси, разреши то, яко молиши, яко неимомыныя помощи разве тебе, ныныя предстательни. Благие утешительницы, только тебе, о Богу Мати, яко да сохранишь меня и покрыешь во веки веков. Мария, а ты на площадь собираешься? Там все собрались, ждут тебя. Мария, не ходи. Да не ходи, Мария. Пойду. Не ходи, не Мария, надо, не надо. Пойду. Тогда мы с тобой мы пойдем. С тобой, Мария. Я тебя не оставлю. Так кажуть, письмо якесь від царя читати будуть. Письмо? Та це точно за Маруську Шевцюкову. Ні, я думаю, за землю будемо балакати. Так нам балакати. Ні, а я теж думаю, що за Маруську. А що ж голова наказав Маруську привезти? Давно нас голова не збирав. Щось важне? Так, вже не стоїть. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, все забрались? Ні, ще ні. Марію ждемо. Ну, ждемо так ждемо. А можна ми заспіваємо? Ну, заспівайте. Зібралися всі бурлаки до Дякую!
готовится. Все готовы, голова. Сегодня я получил письмо от генерал-губернатора Дубенского. Письмо касается Марии Шерстюковой. Жалобы на Марию дошли до самого государя, императора Александра. Он поручил князю Голицыну во всем разобраться. Голицын разобрался, доложил императору и написал письмо с волей государя генерал-губернатору Дубенскому. И вот это письмо. Государь, император Александр отнес труды Марии к подвигам набожности и благочестия. И потому высочайше повелеть изволил, чтобы пещерокопание было продолжено. И при пещерах был устроен храм. Слава тебе, Господи! Благодарю тебя, Господи, Матерь Божия! Я знала, что государь все поймет. Я знала, что Мария оправдает, что у нас будет храм. Тихо! Письмо еще не закончено. Еще генерал-губернатор распорядился выделить из казны на строительство храма 2500 серебром! Дави с половиной тысячи серебром! Марія, ти знаєш, як я живу. Марія, ну дай хоч рук, ну я не голодна. Марія, ну Марія. Марія, ну що? Допоможу я. Я вам всім допоможу. І тобі допоможу. І тобі допоможу. І тобі допоможу. Я всім вам, всім допоможу. Марія, а як же ти... Ответ перед государем держать будешь, если все раздашь. А мне все вернется, старицей. Я копейку дам, мне две принесут. Я руб дам, мне два принесут. Да мне сами, сами люди давать начнут. Так ведь? На наш храм! На наш храм! На наш храм! Простите, Мария, ничего нам не давай. Жадібний, затулила очі. Ой, не простим. Ну, раз так, я тоже пожертвую на строительство храма. 100 рублей ассигнациями. Ой, я тоже плачу. Мария! Кто там у вас там гулянница, я полежу. Ты мои вовремя
Можно тут? Ты кому? Ты мне? Идите отсюда. Так это моя подруга давнишняя. Иди, иди, ко мне. Мы к тебе с гостинцами пришли. Пустишь? А? Да, конечно, погребаешь? Конечно. Пустишь? Полина, ты как же ты изменилась? Жизнь изменила. Живу вольно, никого не боюсь. Живу, как хочу. Смотрите, Коленька. Зараз у голову клюнет. Кыш, Коленька. Кыш. Коленька, ты ж моя Гуленька. Ты где бы сейчас была, если б не моя Гуленька? Ты как же она мне помогла? Да это ж совесть моя, Гуленька. Марі, да говорю, ми к тобі шли-шли, 4 дні шли, а то і дольше. Дорога у нас длинная була, длинная. Да дорога твоя тільки починається. Де ж вона? А йти тебе по ней ще йдіть. Да куда йти? Вот, да, вот, где? Вот, вот, за Гуленькой йди. Не ошибесься. Ой, даёшь ты живой, ой, кене голенека. Yeah.
Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, тисніть дзвіночок і не забувайте поділитися з друзями посиланням на відео.